В отчетном докладе на 25-м съезде партии Леонид Ильич Брежнев сказал: «Основой подъема животноводства остаются корма». В колхозе «Красные озерки» Калининградской области широко используют прогрессивный метод повторных посевов. В хозяйстве тщательно подготовились к заготовке кормов. Слаженно, быстро идет уборка зеленой массы на силос. Не теряя времени, вслед за уборочными агрегатами идет подготовка земли под новые посевы, уже яровых культур.